рамках международного форума «Крылья будущего» 14 ноября в Москве прошло вручение премии молодым лидерам авиатранспортной отрасли. Премию «Крылья будущего» вручили 13 молодым специалистам из ведущих аэропортов и авиакомпаний. Победителем в номинации «Маркетинг и пиар» стала Мария Шаравина, руководитель пресс-службы международного аэропорта Внуково. Спасибо большое. Для меня большая честь получить такую высокую награду. И открою небольшой секрет. Это вообще первая такая персональная именная премия, которую я получила. И, конечно же, я благодарна всем организаторам за такую высокую оценку моей деятельности. В номинации «Стратегическое планирование и развитие бизнеса» победителем стал коммерческий директор авиакомпании «Хабаровские авиалинии» Максим Харин. Развитие именно региональной и местной авиации, оно будет способствовать развитию авиации России в целом. Ну, соответственно, наши прогнозы, то, что объемы перевозок должны увеличиваться значительно. На данный момент мы реализуем программу по приобретению самолетов L410 и ОВП-20, который с прошлого года успешно начинает свою реализацию на базе Уральского завода гражданской авиации. Да, нашей компании уже в этом году получен первый самолет. Ведем активное участие во всех мероприятиях, посвященных самолету L114-300. Премия «Крылья будущего» в этом году получила новые специальные номинации. Собственный приз учредил один из спонсоров форума – компания «Боинг». Лауреатом новой премии за рекордные показатели эксплуатации «Боинга-737» стал генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.